Стеллу Штайн задержали 31 марта. В июне дело передали в суд. И уже в августе он вынес приговор ее подельнице Елене Воротниковой, которую приговорили к 3 годам лишения свободы условно и штрафу в 300 тысяч рублей. Какое наказание ждет бывшего представителя губернатора и правительства края ВКЗС, узнаем совсем скоро. Ведь уже завтра, 17 августа, Стелла Штайн сможет сказать свое последнее слово перед приговором. Напомним, Штайн обвиняют в мошенничестве. В 2015 году она через риэлтора нашла покупателя для нежилого помещения. Приобрела его Елена Воротникова, которая открыла в помещении нашумевший частный детский сад «Хэппи Бэби». Последняя хотела получить долевое финансирование по государственной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в крае», но средств не хватило. Тогда женщины сделали фиктивные документы, в том числе договор купли-продажи, в котором существенно завысили стоимость помещения. Благодаря махинации с федерального бюджета мошенницы получили 14 миллионов рублей. Предполагается, что даже с учетом раскаяния Штайн грозит до 10 лет лишения свободы. Ну а мы продолжим следить за развитием событий. София Яценко, Данил Захаров. День с толком.